Люди, которые знают толк и в политике, и в экономике, абсолютно уверены в том, что за последние 4 года в маленьком муниципальном образовании, которое зовется Серпуховским районом, произошли серьезные изменения. Утверждение, что главе района Александру Шестуну удалось совершить настоящий прорыв в развитии подопечной территории, имеет под собой серьезную основу. За эти 4 года есть о чем говорить. И если бы отношение главы не было бы к образованию такое, то, я считаю, и успеха в районе бы не было. Я считаю, что Александр Вячеславович правильно подметил такое одно отношение Бориса Силовича Громова. Он всегда говорит, если глава не занимается образованием, то успеха в районе не будет. Ну, Александр Шестун – это глава Серпуховского района. Он очень много сделал для всего Серпуховского района. Ну, он очень большое внимание уделяет нашей школе. Появление на высшей ступеньке местной власти такого человека, как Александр Шестун, не случайно. До избрания на пост главы Серпуховского района он зарекомендовал себя как успешный предприниматель, являясь в свое время президентом Серпуховского союза предпринимателей и промышленников, а в 1999 году вошел в районный совет депутатов, став впоследствии его председателем. Его называли самым беспокойным депутатом совета, ведь склад его характера и бьющая через край энергия нарушали спокойный и неторопливый ход событий, такой привычный для многих. Я Шестуна Александра Вячеславовича знаю очень давно, с 91 года. Мы вместе с ним работали. И первое, и главное, что запомнилось за это время, можно многое о нем говорить, что он очень талантливый предприниматель, организатор. Но его главное качество, на мой взгляд, это его огромная работоспособность. Как общественная, так и личная жизнь Александра Шестуна всегда была прозрачна для окружающих. В отличие от многих политиков, он не только ничего не скрывал от людей, но еще и вынес на суд общественности свою автобиографическую книгу «Моя фамилия», написанную после изучения семейных архивов. Эта работа так увлекла Александра Вячеславовича, что следующим этапом стало создание 6-серийного фильма «Моя фамилия», который Шестун снимал вместе с протвинской журналисткой Татьяной Дьяченко и который по праву считается теперь исторической ценностью. Не у каждого человека есть кинохроника о его семье, даже до твоего рождения, и там детские годы, средние классы. И все это стоило больших трудов оцифровать, собрать, отремонтировать, потому что пленка это рвалась, и когда я ее оцифровывал, на это потрачено, в общем и целом, на всю работу, написание книги, написание фильма, воспоминания деда книга, то есть примерно около 7-8 лет. Четыре года прошло с момента премьеры фильма «Моя фамилия». За это время очень многое изменилось, в том числе у героев и авторов фильма. Ушла из жизни замечательная журналистка Татьяна Дьяченко. В фильме она выглядит бодро, она улыбается, она очаровательная, привлекательная и совершенно незаметна в том, что она болеет и что ее дни фактически сочтены. И я хочу сказать, что она настолько стремилась снять этот фильм, она настолько, так сказать, переживала это, настолько она подходила к этому, вот как к своему последнему делу. И, конечно, с полной самоотдачей. Вот все, что у нее было, она отдала все. Крутой поворот судьбы ждал одноклассника и друга Александра Шестуна, Игоря Кураедова, который исполняет в фильме роль самого себя. Год назад, в результате несчастного случая, Игорь потерял обе ноги. Александр одним из первых пришел на помощь. Поддержку моральную, ну, любую поддержку. Он такую оказал, знаете, это, ну, мне это трудно как-то все выразить это. Но я так считаю, он спас меня. Ну, он все сделал. Он сделал все. Начиная от реанимации, где я был 10 суток без сознания, и, ну, скажем, материально очень сильно помогал, потому что лекарства, сами знаете, очень дорогостоящие. Вообще не бросил ни на минуту. Я понимаю, что он настоящий друг и очень хороший человек. Что касается самого Александра Шестуна,
то за эти годы он превратился в прогрессивного руководителя и внес существенные изменения в развитие Серпуховского района. Но, наверное, никто и никогда не задумывался над тем, что избрание на высокий пост – это не только лавры и радость от победы, это еще и отголоски избирательной кампании, той некрасивой игры, которую вели конкуренты. Вскоре после выборов Александр Шестун потерял отца. Он вообще очень такой восприимчивый, был темпераментный, честолюбивый. И когда пошли эти публикации, все предвыборного характера, писали «Шестун бандит», «Шестун убийца» и различные другие небылицы, которые, в общем, и сейчас опять возобновляются всеми теми же газетами. Он, конечно, это все принимал близко к сердцу. Я ему говорю, все это ясно, понятно, кто это пишет, за какие деньги. И не переживай, возмездие будет. Все это клевета, люди это знают, люди это понимают. Ты не переживай, мы всех в суде накажем. У пожилого человека не выдержало сердце. Более того, умер Вячеслав Александрович не в окружении близких, а при невыясненных обстоятельствах. После недели поисков сыновья Игорь и Александр нашли его в московском морге. Как выяснилось позже, Шестун-старший, убежденный коммунист, поехал в Москву к товарищам по партии искать справедливость, чтобы защитить доброе имя сына. Брат Игорь, когда он получал вещи, он, отдали ему паспорт отца, отдали там различные другие документы, и ему отдали сумку его, и там была вот эта подшивка газет, тех, которые вот очерняли там, в первую очередь это «Миг Южный» под Москвой, все остальное, вот эти газеты, «Серпуховские вести». И когда Игорь увидел всю эту подшивку, когда он увидел, что и все это было подчеркнуто, все эти вот там различные там «Шестун убийцы» и так далее, все вот ту чернуху, которую печатали тогда, то Игорь говорит, я не выдержал, заплакал, да. Вот такие моменты. В заключении судебно-медицинской экспертизы напишут потом – умер от сердечной недостаточности. Непонятно только, как другие люди, у которых эта сердечная недостаточность развита гораздо сильнее, могут дальше жить и спокойно спать. Речь идет о потенциальных убийцах, о людях, проповедующих грязные политтехнологии, и о тех, кто частично мог предотвратить беду, о людях, которые подняли с пола в метро умирающего человека, о людях, которые много дней держали у себя его тело, даже не удосужившись позвонить родным. Ведь все документы у Вячеслава Александровича были при себе. Такие события, они являются определяющими на всю жизнь. Они не только отбирают у меня силы, они мне и придают силы. И когда у меня какой-то тяжелый момент, я, так сказать, думаю, что я не могу уже ни шаг вправо, ни шаг влево, ни шаг назад, потому что уже были такие жертвы, и что я уже просто теперь не имею права жить по-другому. Четыре года успешной работы, период бурного экономического развития Серпуховского района. Вот ответ Александра Шестуна тем, кто пытался убрать в свое время с дистанции молодого энергичного кандидата, не стесняясь в средствах и стремясь даже после выборов ему помешать. Основная работа началась тогда, когда пришел к власти Александр Вячеславович Шестун. Он прежде всего поддержал нас морально. Морально. Он за эти полгода, когда самая борьба была, где, как говорится, он не мог и войти в правительство, решить какие-то проблемы, было введено внешнее управление со стороны города, и здесь пытались разными путями как бы помешать его работе и добиваться, чтобы назначить перевыборы в районе. Но за эти полгода он показал, и руководство области поверило в него. Ну а когда уже это было сделано, Александр Вячеславович действительно уже стал притворять свое задуманное по отношению к району в действительность.
Человек, который так тщательно изучает историю своей семьи и своего края, в котором родился и вырос, не может не задумываться о будущем Серпуховской земли. Предпринимательская хватка, которой в полной мере обладает Александр Шестун, экономическое образование и интуиция позволяют ему осуществлять почти нереальные проекты. Он умеет предвосхищать то, что потом станет первостепенной задачей на уровне всего государства. Мы старше его вроде бы, но потом на несколько ходов впереди нас идет. У него как раз сочетание, оптимальное сочетание и политика, и хозяйственника. Вот я смотрю, то есть он и хозяйственник, он экономист. То есть он смотрит, деньги умеет считать, и не просто он умеет их и зарабатывать. И плюс он политик, и политик крупный. Но Александр Шестун – это человек своего слова. Если он пообещал, то он это выполнил. У меня муж работает за бассейном в школе. Изумительный бассейн сделали, изумительный. Глава района приезжал, понравился, просто указал там кое-какие недоделки, сейчас это доделывают. Так что для жителей поселка Боленск бассейн будет работать для детей скоро. Не забыл нас сейчас к Рождеству. Подарки нам старым всем сделал. Спасибо ему большое за его работу и за внимание. Александр Шестун отличный человек. Для поселка все старается, все делает. Ну, такого, наверное, больше не найдешь человека. Для Александра Шестуна не существует второстепенных задач. Строительство, развитие спорта, ремонт школ и больниц, паспортизация дорог, общение с жителями района и поздравление детей на праздниках. Важно все. Непонятно, как только у него хватает времени и сил на собственную, дружную и очень большую семью. У Александра трое детей. При этом все, по примеру отца, активные и целеустремленные люди. Супруга Юлия возглавляет местное отделение Союза женщин Подмосковья. Дочь профессионально занимается спортивными танцами, а мальчишки преуспевают в мужских занятиях. Как Саша отдыхает? Вот дома. Ну, любой другой мужчина, да, который всю неделю работает. Он бы пришел, лег на диван, там, почитал газету, да, ну, например, папа у меня так любит делать, да. А у него такого нет. Вот он полчаса отдохнул, и в него начинается там либо фотографии разобрать, либо альбомы подписать. С детьми начинает заниматься. У него отдых, если он и присутствует дома, то он активный отдых. У него нет такого. То есть он всегда человек действия. Для меня вот сейчас большего счастья нету, чем быть со своими детьми. Вот нету большего счастья. Мне ничего не нужно, никакие, не знаю, прелести жизни, которые бывают, да, на красивых картинках. Мне никакие вот звезды не интересуют. Меня вот дети, мои дети. Я испытываю просто огромное счастье от того, что у меня есть мои дети. Я испытываю, безмерно их люблю и с удовольствием с ними занимаюсь. И считаю, что это вот главная награда мне за мое терпение, за мой труд. А вообще это считаю главным в своей жизни, что у меня есть дети такие замечательные, умные, послушные. И что у меня есть возможность дать им хорошее образование и все остальное. Он очень много знает. Он самые разные темы знает. С ним можно обо всем поговорить. Я вижу, когда он приходит с работы, у него на лице какая-то грустное настроение какое-то. Я к нему подхожу, спрашиваю, нет ничего. Я говорю, ну ты не расстраивайся, если что-нибудь произошло. Говорю, обращайся, мы тебе поднимем настроение, все сделаем как надо. Любимый наш край подмосковный,
Псковский главный район, где поля кругом наш лучший дом, где мы песни звонко поем. Про Александра Шестуна говорят, что он самородок. Ему удается то, что по тем или иным причинам не удается другим. И несмотря на груз неприятных воспоминаний, новая избирательная кампания его не пугает. Разве что добавляет адреналина в кровь. Отличные взаимоотношения с людьми и высокий авторитет, созданный не пиаром, а реальными делами, дают право надеяться на победу. Самое неприемлемое для него – это остановиться. Остановиться, потому что сейчас человек знает, что и как он должен сделать, знает, как правильно это сделать, и может сделать еще больше, чем уже проделан на этот момент. Свою деятельность как главы района я считаю в первую очередь хозяйственной. И никакой другой. То есть вообще глава муниципального образования должен заниматься тропами, дорогами, школами, детскими садами. Вот в этом мое убеждение. Хозяйством. Чтобы у людей было дома светло, тепло, уютно. На данном этапе я никого не хочу. Хочу, чтобы был именно он, и призываю народ к этому. Глава района в этом за последние 2 года начал большую деятельность процветания нашего поселка. Я думаю, что он обязан продолжить то, что было начато. У меня есть твердая уверенность, что в будущем, в предстоящем периоде, когда Александр Вячеславович будет возглавлять Серпуховской район, район действительно будет, как сейчас, в числе лидеров нашего Подмосковья.